Казахстан испытывает дефицит электроэнергии только в пиковые часы потребления. Об этом заявили в Министерстве энергетики. По информации ведомства, нехватка мощности покрывается за счет импорта. В основном электроэнергию в республике закупают из России. Это позволяет поддерживать частоту в единой электроэнергетической системе Казахстана, компенсируя почасовые отклонения между производством и потреблением. В профильном ведомстве пояснили, что цена импортируемой электрической энергии зависит от часов поставки и рыночных факторов.